Я хочу, да, поговорить сначала о неуверенности. Я помню, как мы спасли собаку с сестрой в детстве. А, притащили ее домой, маленький щенок. Она ощетинилась, забилась в угол и там сидела. Ну, мы ее там вроде покормили, помыли как могли. А, и забавно было за ней наблюдать. Видно, что она очень хотела спать. И у нее закрывались глаза. Но Она постоянно вскидывалась, потому что не доверяла нам. Не уверена была в своем спасении она. Кто их знает? Может, убьют сейчас? Два каких-то непонятных существа поймали меня, притащили. Многие люди, называющие себя христианами, напоминают мне вот эту собаку. Неуверенную. Они не уверены в своем спасении. Чтобы эту неуверенность разрушить, апостол Павел продолжает говорить о том, что подарил нам Христос, о спасении нашем. Христиане ⁇ это спасенные люди, которые уверены в своем спасении. А давайте с вами прочитаем этот текст из послания к Ефесянам, вторая глава с 1 по 10 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, христиане это спасенные люди, это люди, которые уверены в своем спасении. Однако они, конечно, часто задают вопросы о своем спасении, потому что, ну, может быть, не все так ясно. Поэтому апостол Павел отв... освещает здесь три важнейших вопроса по этому поводу, как бы отвечает на них. И сегодня очень многие не понимают, что христианин может быть уверен в своем спасении. И даже православные очень часто говорят, ну вы просто не понимаете как же это можно быть уверенным вот, когда мы умрем только тогда узнаем мы что мы спасены только тогда спасение э, достигнет своего совершенства в чем-то конечно они правы спасение действительно достигнет своего совершенства только когда мы будем со Христом но тем не менее о нашем спасении мы можем уже знать довольно таки определенные вещи и вот о чем э, говорит здесь апостол Павел. Во-первых, он освещает вопрос, от чего мы спасены. Спасены мы от своего мертвого состояния. Посмотрите, первый стих и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Неприятный образ. Павел говорит, что вы... Все, когда жили без Бога, вы были мертвы по грехам и преступлениям вашим. Ну, собственно, умерли духовно Адам и Ева. Я когда первый раз читал Библию, я думал, да ну как же так? Бог сказал, в тот день, когда вкусите, смертью умрете. А Адам еще 930 лет прожил. Вроде как-то нестыковочка какая-то получается. А потом только вот дочитав до послания к Ефесянам, я понял, что речь шла о смерти духовной. Если ветку отделить от дерева, она какое-то время еще выглядит живой. Ну, ее нельзя отличить от ветвей, которые на дереве, но на самом деле она уже мертва. Все ее существование — это регресс, то есть она постепенно жухнет, скукоживается и рассыпается в конечном итоге. Так же и мы. Мы тоже жухнем, скухоживаемся, и в конечном итоге рассыпаемся. И физическая наша смерть ⁇ это результат смерти духовной, отделения от Бога. А будет еще смерть вечная, которая названа смертью второй. Это вообще отдельный разговор. Но вот здесь Павел говорит, вы все мертвы по грехам и преступлениям. Я помню, мы были молодыми людьми, неверующими. Слушали кассетные, кассетные магнитофоны Электроника 302 Любили группу Крематорий У них есть депрессивные песни Со словами Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть Нам тезис представлялся спорным Мы были хиппи Нам казалось, что мы будем жить вечно Нашим девизом был All you need is love Джона Леннона Все, что вам нужно, это любовь и мы с надеждой смотрели на наших гуру Джона Леннона, Боба Марли, Джимми Хендрикса. И, как назло, все они умирали. Один от передозировки, другой задохну... задохнувшись собственными рвотными массами, третьего убили. И вот узнавали мы страшную правду через это: да, что эти гуру наши они сами мертвецы. Мы все, как покойники в отпуске. Наша жизнь тире между датами рождения и смерти. Что, зачем мы вообще живем? Это как у Пушкина в стихотворении. тяти, тятя, наши сети притащили мертвеца. мы это вроде за, за золотой рыбкой охотились. И это как в игре. Есть такая игра детская, там кричат «Замри!» И все замирают. И вот кто-то нам крикнул «Замри!» Мы все умираем. Живем в плену смерти. И точный ответ даст нам только тятя, как у Пушкина, опять же, в торопях зовут отца. Надо к нему обратиться. Мертвец не может себя воскресить. И вот здесь Павел говорит, вы мертвые, у больного есть надежда на выздоровление, у мертвого такой надежды нет и в помине. Наши грехи, наша склонность к нарушению закона убили нас отравили наши самые лучшие чувства, опошлили любовь, сделали немодной верность, веру. И вот от этого состояния избавил нас Христос. Он нас оживил. Об этом мы еще чуть попозже скажем. Но вообще, когда Христос умер на кресте и воскрес, мы поем, смертью смерть попрал. Это значит смерть умерла. Интересный парадокс. Также мы спасены от служения сатане. Павел продолжает эту мысль, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. А... Интересно, буквально Павел называет вот бесов воздушными властями какие-то такие сатанинские воздушно-десантные войска. Они невоспринимаемы нашими органами чувств, невидимы, бестелесны. И называя их воздушными, апостол Павел, скорее всего, дает понять, что под их вредоносным влиянием находится как бы вот даже наше дыхание. То есть настолько этот мир насыщен сатаной и его бесами, что мы ими вот как бы дышали. И этим объясняется наше упорство в грехах. Мы были сынами противления. Дышали грехами. А он победил сатану. Ну, в два этапа. Мы же еще живем в этом мире, где отравлен воздух сатаной. Поэтому у нас есть такой, ну, Христос ⁇ это наш такой духовный противогаз. Я не знаю. Мне в детстве очень нравился противогаз. Я жил в городе Тольятти, город большой химии. Ну, надевал, надеваешь противогаз, идешь на улицу, и воздух чистый. Мне нравилось. А, ну вот мы здесь все ходим как в противогазе таком, а потом воздух очистится окончательно. Бог уничтожит сатану и его бесов. А... Мы спасены от греха, вызывающего гнев Божий. В третьем стихе Павел продолжает, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. По природе многие думают, что грех ⁇ это наш поступ, наши поступки. То есть для них грехи ассоциируются с какими-то плохими поступками, либо с действием плохим, либо с бездействием. А на самом деле... Блаженный Августин еще сказал поразительную мысль. Он сказал, мы грешники не потому, что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. И это очень важно понять. Мы грешники не потому, что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. Мы по природе чада гневы. Мы исполняем желания плоти и помыслов, потому что грех живет в нас. Но яркий пример тому жизнь Оскара Уайльда. Одна из трагедий 19 века. Человек, обладавший блестящим умом, незаурядным даром литератора. Его произведения действительно шедевры. Уда был удостоен высочайших академических почестей. Завоевал все литературные премии. Э популяризировал гомосексуализм в то же время. Поддался соблазнам Попал в тюрьму, долгое время сидел в тюрьме, и там в тюрьме написал свое знаменитое произведение «Де профундис» из «Бездны», где говорил «Боги дали мне почти все, но я позволил увлечь себя надолго в неразумную свободу и плотские удовольствия». Устав в высшем обществе, я намеренно опустился на дно в жизни в поисках новых ощущений. Он стал рабом похоти и памятник на его могиле до сих пор это памятник похоти. Гомосексуалисты со всего мира съезжаются туда и для своих каких-то забав. Похоть плохой хозяин. Уайлд умер в нищете. Подолгу сидел в кафе за единственной чашечкой кофе, ожидая, что мимо пройдет кто-то из знакомых и заплатит по счету. У него не было денег, чтобы заплатить за еду. Поразительно, что сатана вот все это рекламирует, как нечто такое прекрасное. Но даже его адепты заканчивают жизнь, порою придя к полному краху своей идеологии. И вот от этого греха, вызывающего гнев Божий, мы спасены. Второй вопрос, который освещает здесь апостол Павел. Каким образом мы спасены? Во-первых, Писание говорит нам, мы спасены по любви Божьей. Обратите внимание на четвертый стих. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Золотой стих Евангелия. Бог возлюбил мир. Поразительно. Здесь не говорится, что Бог, ну вот как-то посмотрел, и мир ему понравился. Мы уже об этом говорили. Бог не сентиментальный, который посмотрел и говорит, ой, мир такой милый, как несчастный котенок потерянный. Ой, ты такой хорошенький, да я тебя спасу. Нет, Бог возлюбил мир. Это указывает на волевое усилие со стороны Бога. Бог возлюбил не симпатичный, не милый мир. И поэтому, когда мы говорим о спасении в Иисусе Христе, мне вот представляются неправильными вот такие риторические фигуры. Вы знаете, старые протестантские проповедники любят вопрошать, что ты сделаешь с Иисусом? Вот Реши, что ты сделаешь с Христом. Ну, на самом деле, это очень наивный вопрос. Это все равно, что сидит муха на слоне и думает, что мне сделать с этим слоном. Там, на самом деле, в пору подумать, что этот слон может с тобой сделать, если захочет, конечно, убить тебя. А... Когда мы думаем, что же нам сделать с Богом мы подразумеваем, что мы с ним чего-то можем сделать, а мы ведь ничего с ним сделать не можем. Это он может сделать с нами очень много. И вот этот сильный бог, который был бы прав, если бы уничтожил мир, он возлюбил мир и умер вместо нас. Я читаю, когда о героях, о людях, которые стали героями, вот буквально недавно в Четинской области погиб пилот Валерьян Копарев он испытывал самолет, там, МиГ-29, и что-то пошло не так, и он стал уводить самолет от жилых кварталов читинских. Он не успел катапультироваться и погиб, потому что, ну, выбрал вот умереть вместо этих людей. Настоящий офицер, человек, который выбрал самому погибнуть, но спасти людей в в 700 метрах от поселка Ингода, Четинского района, он разбился. То же самое и совершил Христос. Он избрал лучше ему погибнуть, но спасти нас. Мы спасены по любви Божьей. Бог возлюбил. Далее, мы спасены по благодати, через веру. Это очень интересная концепция. В 8 стих сразу перепрыгнем, но ну мы потом вернемся. Ам... Грешник спасен благодатью, нас спасает только Бог, не наши дела, но через веру. Вот это очень сложный стих, да? Благодатью вы спасены через веру. А обычно люди путаются в этом вопросе. Так что же нас спасает, благодать или вера? Чисто стилистически, да, вот по синтаксису, если смотреть не стилистически, извините, чисто синтаксически, спасает нас благодать. Но через веру. Вера — это доверие, принятие дара. Когда ты принимаешь спасение по благодати. Это можно с чем сравнить? Вот представьте себе, начался пожар в доме, и вы стоите на подоконнике, а за вами, ну, горящее пламя. И вот внизу приехали пожарные, они растянули этот брезентовый тент и говорят, прыгай. Что спасает вас? Прыжок или тент? Сложный вопрос. Вы скажете и то, и другое. Но чисто технически спасает вас тент. Потому что если его нет, то хоть прыгай, не прыгай, не спасешься, в общем-то. А, то есть без тента не спаса... бесполезно прыгать. -то. Нет, нет смысла. Лучше сгореть можно. А, вот. А, но посредством прыжка, то есть посредством веры, вы делаете вот этот тент реальным в вашей жизни. Потому что если вы не прыгнете, тогда Бесполезен тент. Прыжок похож на веру, вы доверяете, что пожарные не шутят, и они в последний момент не свернутся и не убегут, значит, и потом не будут пальцем показывать на ваши останки, там, значит, не будут смеяться. То есть вы верите в их благожелательность, что они действительно хотят вас спасти. И поэтому вы, вы верите, что тент вас выдержит, ну и так далее. Но у вас выбора-то особо нет, конечно. Ну так же и здесь. Вы спасены благодатью. Мы спасаемся только потому, что Христос решил умереть за нас. Но через веру. Вера делает вот это спасение действенным в нашей жизни. Далее. Вы спасены по воле Бога, сделавшего нас новым творением. И нас, мертвых по преступлениям, посмотрите, оживотворился Христом, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Поразительно, да? Вот 5-6 стихи, мы к ним вернулись. Мы были мертвыми, нечистыми, а он воскресил нас, оживил и посадил на небеса. Иоанн Златоуст писал, ты царя не осмелишься облобызать, когда изо рта у тебя дурной запах. Как же ты со зловонной душой хочешь лобызать царя небесного? Такой поступок оскорблений для него. Интересно, что Бог преображает наше дыхание. Вот это зловонное. И как в игре кто-то крикнул «Замри!» Христос крикнул «Отомри!» «Отомри!» — это же значит «Воскресни!» «Встань, спящий! Воскресни из мертвых!» осветит тебя Христос. И я часто думаю о Боге, который мог бы не возиться с мертвецами. Вот воскрешать мертвецов гораздо хлопотнее, чем хоронить. Можно было бы весь этот мир уничтожить. Ну согрешили Адам и Ева. Проще было бы дунуть огнем на этот мир, все сжечь и новых людей налепить. Ну проще же. Зачем ждать? Зачем вот это вот все? Градить этот огород-то. Христу распинаться. Но нет, Бог знал, что в Адаме уже сотворено все человечество. И он решает его спасти. Всех спасти. Но не все, конечно, восприемлют это спасение. И он сажает нас на небесах. Поразительно. Мы сидим здесь в классе, и одновременно, с точки зрения Божьей, мы уже сидим на небесах. Это концепция вечного сейчас. У Бога нет будущего и прошлого. Для Него все сейчас. Он не дожидается будущего. Он знает, что мы на небесах с Ним. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ну и, наконец, третий вопрос. Последний вопрос, который здесь освещает Павел. Вопрос, касающийся нашего спасения. Для чего мы спасены? Мы об этом уже много говорили, но тем не менее Павел вновь повторяется. Это означает, что он считает это очень важным. Чтобы явить богатство благодати Божьей в благости к нам и видеть в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам, то есть в доброте к нам во Христе Иисусе. Что останется от нас в грядущих веках, братья и сестры? Стихи и песни? Да вряд ли. Пройдет тысячи лет, и наши неумелые вирши баптистские все забудут. Когда кончится мир, мы и сами о них не вспомним. Потому что на небесах все будет совершенно. А... Мы будем стыдиться, может быть, всего этого. Как мы стыдимся своих детских рисунков. Я помню, написал первое стихотворение в 13 лет. Оно называлось Альбатрос. И я его к ужасу своему помню, наизусть. И я не... по подпыткой никому не выдам его. Невозможно. А Христос. Говорит здесь, в небесах будет важно только одно, слава Божья. То, что вы вложили в небесное, вот здесь на земле, вот только оно и будет важно. Что вы сделали ради Божьей славы, ради его людей, ради богатства, благодати Божьей. Был такой э, профессор Вильям Келли, не путайте его с Вильямом Керри, Великим миссионером, а Вильям Келли был э, великим учителем, ну, он преподавал в колледже Святой Троицы в Англии, и его выпускники э, становились профессорами, миссионерами, великими пасторами. Очень много знаменитых людей вышло из этого колледжа Святой Троицы. И Вильяму Келли однажды предложили: давайте мы вас сделаем ну, известным. По всему миру промоушен вам сделаем вот вы перейдите в другое учебное заведение мы вам там будем больше платить и он говорит ребята я не хочу я уже старый человек я хочу в этом своем колледже остаться потому что я верю бог меня вот здесь призвал служить ну почему мы же вас сделаем известным во всем мире и вильям кэлли задал им вопрос не говорит простите в каком мире в каком мире? В этом дом скоро сгорит. Я хочу быть известным только вот в том мире. А там, я надеюсь, и так известен. И вы знаете, на самом деле это важно. Мы бурчим, ропщим, но идем вперед. Надо идти вперед, потому что он надеется на нас. Горе, если живем по-другому, потому что ничто не будет вечным, кроме того, что мы вложили в небесное, в его людей. Вот люди будут вечны. В его слово, слово его вечно. Вот. Ну и в наши отношения с ним, потому что наши отношения будут вечны. Для чего мы спасены? Для того, чтобы мы перестали хвалиться собой. Павел специально это оговаривает. «Сие не от вас спасение. Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился». Мы из своей жизни наконструировали сложные многослойные бастионы из вранья, лицемерия, спрессованного тщеславия, армированного истериками. Внутренняя планировка нашей жизни Вышло крайне неудачной, жить невозможно. А, некоторые говорят, пусть Бог оставит нас в покое, и мы без Него проживем. А, мне жалко таких людей, потому что вот если меня Бог оставит наедине с самим собой, это будет ужасно. Это самое страшное наказание оставить человека вот в том состоянии, в какой он есть. Меня нужно преображать, я знаю. Мне нужно преображаться. И только он может это преобразить. И если мы начнем хвалиться собой, своим спасением, там, своей духовной прозорливостью, Бог быстро нас поставит на место. Пусть разрушает он то, что мы нагородили в своей жизни, и строит свое. Мы спасены для того, чтобы мы совершали добрые дела. Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела которые Бог предназначил нам исполнять. Апостол Павел потом у него будет э, большой практический раздел в послании к Ефесянам. Вы знаете, что все послания апостола Павла двухчастны. У него есть теоретический раздел, где он говорит о богословии, об ортодоксии. И есть практический раздел, где он говорит об ортопраксии. А... И вот здесь он говорит, что Бог создал вас для того, чтобы вы делали добрые дела. Он спас вас для этого. Так светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. На самом деле, вот знаете, всегда вдохновляет, когда слушаешь великие истории. В 2000 году я был в Амстердаме на конгрессе благовестников. И видел вот эту семью, которую я только читал до этого Книги. в книге. В дебре Амазонки есть плем, племя Ауарани. И вот туда отправился миссионером человек по фамилии Сейнт, святой. С группой миссионеров, их было пять мужчин взрослых. И их убили в первый же день. Убили, причем не, не то, чтобы за веру в Христа их там убили. А, ну, они просто под горячую руку попали. Там они все, всех убивали. вот И сестра вот этого человека выучила язык племени Ауарани и поехала туда. Она была совсем молодой девчонкой. И там потом покаялись люди. Потом сын вот этого сейнта убитого приехал туда уже вырос вслед за своей теткой приехал его звали Стив и вот Стива Сента я видел я видел человека который убил его отца его дети Стива сейчас зовут убийцу отца убийцу своего деда дедушкой вообще фантасмагория они уверовали во Христа и вот этот при вот с копьем приехал со своим значит вождь племени Аварани. он уже старенький совсем уже и Стив-то сам пожилой. И вот этот вождь рассказывал поразительную вещь. Он говорил: вот пришла к нам эта девчонка, мужчин мы убьем. Если бы пришел мужчина, мы бы его опять убили. Пришла бы семейная пара, мы бы убили мужчину и сделали женщину барабыней. А к нам пришла девочка. Кодекс чести, охотника, не позволяет убивать ребенка. Она пришла, она говорила на нашем языке. И она принесла нам эту книгу. А мы же не знали, что убивать грешно. Она приняла. И мы, при... мы ее слушали, мы стали ее слушать. Без оружия, готовые служить нам, говорит на нашем языке. Нам ничего не оставалось делать, как только слушать ее. А потом еще и Стив прилетел на самолете, дал им покататься. И они, конечно, вообще стали слушать. Но я поражаюсь. Вот люди неравнодушные. Я думаю, вот если бы кто-то убил там, мою сестру или моего брата, или убил моего отца. А это вот вся семья, несмотря на то, что ну, вот так произошло, они все равно положили свою жизнь ради этих людей. Они знали, для чего спасены. Вообще, для чего спасаются люди. Прославьте Бога, спасшего вас. Будьте уверены в его спасении. Не будьте неблагодарными. Бог дал вам новую жизнь. Поэтому исполняйте волю его. Об этом мы будем говорить в следующих наших проповедях. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.